Всем здорово. 100-миллионный день в Америке, во Флориде. На меня даже афроамериканец посмотрел очень косо. Ну, короче, мой работодатель, вчера день рождения у его брата было, он сказал, езжай на велике. GPS говорит примерно, да, точнее, я думаю, примерно минут 20, а GPS говорит примерно, пошел я нахуй. Вот, поэтому приходится по черным районам колесить, сука, на велике. Вот такое, в общем, мероприятие. Колеса сдуты, ближайшая заправка примерно тоже мне сказала пойти нахуй. В плане подкачивания колес. Ну, в общем, сегодня день охуительный будет. Я прям это уже чувствую. Слово мне сегодня 31. Ну, подарки себе уже сделал, я в Америке. Поэтому, в принципе, окей. Так, кепка у меня тут супер модная. И тоже стимулирует ехать быстрее, чтобы вот это вот не выгорело, да? Чтобы вот это вот не выгорело на моей башке. Солнце тут очень сильное. Ну, я поехал. Удачи мне, удачи вам.